eGamingBets. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Dota 2 и Hearthstone, Counter-Strike и StarCraft, World of Tanks и League of Legends. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Надоело играть с обычными скинами, но нет денег на новые? Разбогатей быстро с CS GO Fast. CSGOFast.com – это высокие шансы на победу. Несколько комнат с различными режимами игры, ежедневно более 1000 игр, 5000 игроков, 25 тысяч разыгранных вещей. Тебе не нужно много скинов, чтобы стать победителем. Create highlight videos? Introducing LiveCut.tv. Simply press the capture button and bam! A highlight from the past 60 seconds will be instantly recorded. Get posts from streamers and fans around the world. Achieve legendary status Kappa. Ну еще раз здравствуйте, дорогие друзья, поклонники киберспорта. Возвращаемся на неожиданно жаркую интересную зарубу, которую мы смотрим прямо сейчас. GodSend против Natus Vincer. У микрофонов для вас работают Кван и Гомер. Да, всем еще раз огромный привет. Ну, главное не накаркать, потому что заруба была яркой на карте The Cobblestone. Но сейчас коллективы переехали на следующую площадку, которая станет, как мы видим, Мираж. Немного мы внесли интригу, поэтому сразу пистолетный раунд. GodSend обороняются, Na'Vi будут атаковать, предварительно укрепив Сизда. Ну вот еще интересный момент, то, что у Twister скидка весьма-весьма своеобразная. У него есть молотов и флешка. Кстати, было бы неплохо, наверное, заполучить звуки. Да-да, звуков КС пока мы не слышим, но я думаю, все это моментально пофиксится. Кстати, Na'Vi пока без потерь, начали очень бодренько. Ну, только Пав, наверное, тут сможет как-то побороться, на самом деле, в этой ситуации. Ну, хотя он ждет, видимо, да, хелпы. Пауф — это такой себе пистол-кинг, если честно. Я думаю, сейчас после пистолетного раунда просто посмотрим ситуацию, которая у нас происходит вообще на протяжении всего турнира, обсудим. У нас будет немножечко времени, пока будет играть экономический GodSend. Да, давайте посмотрим, что по сетке. Эдвард сделал трипл-килл, ну и, в принципе, Na'Vi разыграли на 100%. Опять-таки, Сизд был хорош. Да, он не сделал минус, но отвлек внимание. Ну и, в принципе, старый добрый пистол-кинг. Но развернулся на 100%. Сеточку бы сейчас еще тоже посмотреть, вспомнить, как прошли эти команды, кто с кем боролся, чтобы тогда уже точно составить картину всего происходящего. Возможно, кто-то только подключился, ну и тогда будем уже смотреть. Ну и так, Na'Vi в первый же день неожиданно отлетели от бывших CSGL. Дальше уже боролись в нижние сетки. Ну вот как-то здесь все-таки у GodSend была пожарщая заруба, но отлетели, кстати, от тех же поляков. Да, у поляков действительно все получается на этом турнире. Ну а у нас, как мы видим, довольно простой, вновь, на удивление, простой выход в исполнении Na'Vi. Не помогли эти волшебные дебилы шведам. Да, дали дэмэджа. Подожди, еще хелспойнты, и как бы бомбу не ставили. Действительно, как-то не додавили Лекару, хотя посмотри, казалось бы... а Эдварда-то убили? Это что, Пронокс? Пронокс убил Эдварда с пистолета, серьезно? Ой-ой-ой-ой-ой, теперь Пронокс еще и обзавелся калашом, и как бы рано приписывать этот раунд рожденный побеждать. Уж очень долго они действовали, но АКП говорит о том, что даже какое-то малое преимущество есть у шведов. Стоило буквально немного расслабиться, и вот уже ситуация 2 в 2.
Причем такая точка в фейме, что его могли просто нашить, но вместо этого выход открывается и без шансов забирает своего оппонента. Ну и Сист последний остается в данной ситуации, увидел оппонента, первого перестрелял, ну и конца перестрелка, спрейдаун вообще не полетел. Ну, банально, не туда увел прицел Сист, пули полетели в абсолютно другом направлении, как бы это удивительно не звучало, но Пронокс перестрелял еще и Систа в этом раунде. Красавчики, Godsend, они потеряли троих на старте и каким-то чудом вытащили. Очень странно, почему Лекаров в джангле не убили, по нему в два дула стреляли и не убили. Вообще много странных моментов на самом деле было в этом раунде, но... Федор поспешил уже отдать его рожденным побеждать, а тут такая жесть началась. Ну и в итоге переворот начинается сразу же. И Навик, кстати, делают дисциплинированное решение. Они не делают ответный форс, они играют тека. За счет того, что ставили бомбу, уже на следующем у них будет хороший бай, причем, возможно, даже с АВП. Да, уж в этом матчапе забегать вперед раньше времени явно не стоит. Действительно, даже, казалось бы, ситуация 2 в 4 с диглами все еще... Возможно, разворачивается в пользу Godsend. Ну, тут, конечно, уже совсем все было просто. В медле всех похоронили. Только с одной потерей этот раунд отходит снова-таки в копилку шведского коллектива. Ну и вот он, первый девайсный раунд. Решают байца все-таки в 5 калашей, не будет никакого АВП, но это было бы без армора и действительно немного даже странно, наверное, в такой ситуации. Решают играть более сейвово, и я жду раунда под раскидку какого-то. Так, ну все, фокусируемся на игре, действительно, первый снайпер уже есть. А что касается общей задумки, Godsend вновь пушат мидл. В прошлом раунде удивили, а в этом уже не получится, говорит Guardian и делает open фраг. Эдвард также минусует еще и Пронокса, но и очень хороший старт для рожденных побеждать. Они ждали этого пуша, ну и вот теперь отыгрывают от очень хорошего большинства. Да, очень быстро приняли это решение Na'Vi, насколько выверенная оказалась позиция как Гвардиана, так и Эдварда. Вот тут, конечно, сыграли очень командно, очень четко Na'Vi. Твист пошел в пуш, но тут уже действительно нужно рисковать. Твист! Кстати, перестреливает. Очень как-то вроде не на него наводился. Да, на реакции. Просто-таки под правую стенку моментально за, не знаю, считанные доли секунды он снес первого игрока Na'Vi. Но тут Пауф не совсем чувствует, что происходит на карте. Почему-то полностью отдает Б. Ну и при этом, как мы видим, тут уже трое игроков вместе с бомбой готовы занимать пустую базу. Ну а Na'Vi прекрасно чувствуют, куда им стоит выходить. Они уже занимают плент. Надо быстренько поставить пакет. Ну и возможно сделать минус Эдварду сейчас будет буквально стопроцентное. Хотя Пауф чудом спасается. Но еще не конец. Очень-очень. Какой зажим! Эдвард! Слушай. Очень медленно действует Na'Vi, тем не менее, все-таки делают свои фраги. Ну и с АВП, конечно, речи о ретейке не будут вести Godsend. Ну теперь да, теперь задача хотя бы сохранить оружие остается у Твиста и Шнейдера. Они будут пытаться уцепиться со свои девайсы, тем более, что у Шнейдера фул раскидки, ты тяжелый армор и АВП. Уж очень сильно он укреплен и, конечно, хочется сохранить на руках. Na'Vi тоже не лезут на выбивание. В принципе, это одна из их таких политик внутренних, то, что когда у них... Не очень хорошая экономика, как сейчас, лучше самим тоже сохранить оружие, но это правильно на самом деле. Да, стоит отметить, что агрессивные раунды, которые помогали команде Godsend на карте Cobblestone, сейчас сыграли в минус для шведского звена. И, в принципе, Na'Vi, ну, наверное, уже где-то подстраиваются не столько конкретно на карте под оппонента, сколько под вот такую манеру игры, что могут быть 4 в рукаве, могут быть 3 в медле на карте Mirage. И, в принципе, действуют очень грамотно в плане расстановки, в плане позиций. Напомню вам, что именно Na'Vi пикнули карту Mirage за свою, поэтому должны тут отыгрывать весьма комфортно. Мы видели от них весьма-весьма хорошую защиту в матче против Ашер, ну и примерно того же самого будем от них ждать, но это будет только вторая половина. Пока что, конечно, Natus Vincere вынуждены атаковать. Шнейдер, попытка реализации АВП, мы привыкли видеть на этой позиции больше Сизда, но пока что, как мы видим, Na'Vi атакуют. Ну и, кстати, смотри, какое решение после выстрела, Шнейдер стягивается через КТ в А. Пытается играть мобильно сейчас снайпер команды Godsend. Ну и, в принципе, это может стать неожиданностью. Да, это здорово. Это очень здорово, что не привязаны прям уж четко к точкам. Показал АВП на Б, пришел в А. А Na'Vi, кстати, ждут. Na'Vi, стоит отметить, очень такую пассивную модель атаки пока проповедуют.
пытаются действовать крайне медленно и дисциплинированно. Но принесет ли это свои плоды, пока что непонятно. Там под Джим Ямы уже Павлов пытается реализовать. И, возможно, будет контакт у него с Флейми. Пронакс, коннектор. Очень близко подошли уже игроки GodSend. Пронакс увидел первого. Правильно, как мы видим, ментально вернулся обратно под плент. Сист. Ну, да, слишком уже поздно искать тут минус. Но если Найо будут действовать быстро, то они очень легко смогут пронести точку Б. Тут только один Лекра на приеме. Хупа к нему будет притягиваться слишком долго. В данной ситуации у Систа хорошая точка. Он сейчас увидит эту гранату ближнего от Пронакса. Ну и должен без проблем расправляться с шведским капитаном. Пауф отвечает моментально под ямой. Истреливает Эдварда в виде второго. И тут все-таки справляется Даня Зевс. Ну, ситуация 3 в 3. Бомба все еще не стоит. 10 секунд времени буквально осталось. Ну и вот она наконец-то установлена. Мало хелсбаров, могли только что подорвать одного из игроков атаки. Хаешка так себе на самом деле. Как-то слишком глубоко отдал ее Шнейдер. Ну хотя мог вывести тиммейтов преимущество. От этого не намного легче Нави. Действительно, 9 хп Зевс, 16 хп Гвардиан. И только Сист, самый боеспособный организм у рожденных побеждает. Причем уже палит свою точку, сам замечает шорт, пытается не подставляться под перекрестный огонь. И у него это получается весьма-весьма неплохо, пока Гвардиан расправляется с основным звеном GodSend. Да, слишком медленно шли, как мы видим, на выбивание шведы. В итоге банально не хватило времени. И казалось бы, всех накоцали, но слишком долго, слишком медленно перетягивались GodSend. В итоге Na'Vi вытаскивают очередной клатч-раунд. Именно клатч-раунды — это ключ к победе Na'Vi. Очень много таких ситуаций мы вместе с вами видели на Cobblestone. И вот сейчас они постепенно перетягиваются на карту Mirage. Эдвард на узишке, но очень четко понимают экономическую составляющую шведов. И поэтому позволяют себе взять даже один фармган. Попытка очередная энтрикила на медле. Твист палит Desert Eagle, но при этом не смог попасть по кому-то из оппонентов. Да, стоит отметить очень характерную вот такую черту обороны коллектива GodSend. В большинстве раундов они пытаются контролировать центр карты. И действительно, даже вот сейчас двойной выпад с диглами пытались провернуть, но опять-таки Na'Vi моментально к этому готовы. Вообще бытует популярное мнение о том, что мидл — это, по сути, ключ к успешному раунду на карте Mirage. И я склонен согласиться с этим. Все-таки очень много можно отыгрывать именно за счет этой точки. Поэтому за нее шведы так отчаянно и борются. Это было трехочковое хаешка в Пронакса. Да, Пронакс, походу, спалился, когда разбил винту и прыгнул, потому что действительно граната прямо ему под ноги, да, Сизд его вычисляет. Нет, не поможет что-то своему тиммейту Твист. Вроде бы раунд, ну, откровенно сливной, но почему-то Твист зажался. Ну да, теперь уже только Павлу остается сделать хотя бы один минус, но в итоге даже дэмэджа не нанесли GodSend в этом раунде своим оппонентам. Изи четвертый раунд, но вот про этот раунд следующий, который сейчас мы с вами увидим, Изи уже сказать будет нельзя, скорее всего, потому что GodSend покупают девайсы, есть АВП, ну и даже небольшая раскидка. Давайте смотреть, будет ли у нас та самая встреча снайперов под центром карты. Любопытно, Эдвард только сейчас поменял УЗИшку на автомат Калашникова. Ну и тут уже, да, вот он, словак под метлом. Пытается найти кого-то в коннекторе, возможно, даже встретит там Твиста, но... Ушел. Тайминг. Тут еще и смоук отдали, в принципе... Пытались прощупать друг друга, но все-таки заняли более спокойные позиции. А вот по Эдварду залетело. Гранатка очень хорошо надамажила сейчас Эдварда. Ну и вот теперь Пронакс по Джиме попытался сделать энтрикил, но в итоге сам стал жертвой Владислава Ковыча. Да уж, на снайперскую винтовку в центр уже особо не попушишь. Лекра, к слову, вновь в соло под базой Б. Вот тут довольно часто оставляют на произвол судьбы. Твист. Это вот какой-то стиль Ашера обороны. Мне вот напоминает матча против Virtus.pro. Оскар, ты там постой на Б, а мы тут разберемся. Кстати, Твист понимает, что нужно действовать максимально нестандартно. Угадал с таймингом Флейми. По-моему, готовил какой-то дым. Но как же разменивается Сист? Не заставил себя долго ждать размен. Очень хорошо подстраховал Денис Костин своих тиммейтов и не отпустил Твиста. За счет этого оставил численное преимущество в руках своей команды. Вот это да. Мне нравится, что GodSend не зажимаются. На дефолте Na'Vi, ну, не победить. Не получится стоять, не знаю, на КТ с АВП и перестреливать. Не получится убивать Гвардиана с АВП. И вот такие аркады. Под смачок, в метро, на нестандартном тайминге. Это действительно плюс для GodSend. Да, это единственная надежда выйти на карту Train. Хотя там, как мы уже неоднократно обсуждали, все еще далеко не
однозначно просто для GodSend. Там могут быть очень крупные проблемы. А пока что проблемы у Natus Vincere. Уже лишаются большинства игроков атаки. Ну и Guardian в соло ставит бомбу. Да, Пауф, ключевой игрок раунда. Но может эту роль перехватить Словак. Минус один, минус два. Попадает, попадает. Но не убивает. Он должен это понимать. Сейчас Guardian. Что это за морозная позиция Шнейдера? Он стоял до конца. Шнейдер пытается вычислить. Ну и Ковач. Отличнейший Ковач раунд. Квадрокилл. Вот это да, вот это ваквак, Словак во всей красе. К такой игре от Guardian мы все привыкли. И за такими моментами очень приятно наблюдать. Ну тут сами натупили GodSend. 3-1. Ну, Шнейдер, по тебе уже не попали. Он дальше стоит, не знаю, как будто гиря на ноге. При том, что у всех были позиции такие, что не могли открыться на Словака. Ну, плюс-минус одновременно АВП не предусматривало убить сразу всех. Флейми, великолепный энтри-килл, попытался тут как-то Шнейдер выйти в супер ММ-поджим, но к такому вот, к таким банальным поджимам Нави готовы. То есть просто выйти, вот как сейчас это пытается сделать Пронокс и Шнейдер, очень маловероятно. Ну вот посмотри, Пронокс, Гвардиана должен убивать сейчас, но и то не получается сделать. Эдвард спасает своего тиммейта. Ну это типичный Пронокс, он выбирает хорошую позицию, выбирает хороший тайминг, но стрельбы банально не достает. Ну и тут конкретно в этой ситуации... Не повезло. Да, ну, кстати, Вак раздел два минуса очень красивых. На дигле что и тактическая пауза. Шведы что, начали проявлять дисциплину? Ну, ничего себе. Красавчики GodSend на счете 6-2 берут тактическую паузу. Напоминаем, то же самое делали Na'Vi на первой карте. И это им очень серьезно помогло выйти, по-моему, на 9-6 в первой половине Cobblestone. Поможет ли это шведам? Пока под знаком вопрос. Смотрим статистику. 2-7 Шнейдер, 2-6 Пронокс. Ну вот пока что Шнейдера мы не видим, хотя привыкли его считать одним из локомотивов своей команды, который тащит к заветной победе. А вот приятно проснулся Guardian Словак из Natus Vincere. И действительно очень много красивых минусов он нам уже подарил. Да, за счет Словака Na'Vi сейчас действительно вышли в хорошее преимущество. Плюс 4 раунда в атаке на своем пике. Да еще имея за плечами победу на первой карте, я думаю, ну... Не то чтобы заставляют расслабиться Na'Vi, но немного успокаивают нервы. Нет мандража, нет переживаний. Можно играть строго, спокойно, дисциплинированно. Остается только дотащить уже со счетом 2-0 это противостояние. Они, конечно, не хотят играть трейн, хотя, думаю, сами понимают, что пик в какой-то мере в их пользу сейчас складывается. Но всегда это Counter-Strike, он рандомен, он полон неожиданностей, ну и вот решение. Вот она, неожиданность, двойное АВП от шведского коллектива, но это уже как бы не супер непредсказуемость, довольно часто берут 2 АВП Na'Vi, напоминаем, в прошлом Best of 3 еще и Скар докупали, то есть и на Мираже, и на Трейне в 2 АВП, в принципе, команды играют зачастую. Твист, СВП это такой вот наглый. Агрессивный твист, но, кстати, мог сделать энтрикил, чуть-чуть ему не хватило. Ну, напрягают GodSend, то есть, действительно, Na'Vi только начинает как-то нагло выходить с центр-карты, а тут уже АВП. А тут уже АВП, и вот снова твист, очередной промах в этой ситуации. Его не отпускают свои же тиммейты, но при этом он умудрился сделать. Все-таки один минус, моментальный размен от Эдварда. Ошибка в исполнении Пронокса, но Пауф быстренько это все дело нивелирует. Раунд 3 в 3, Зевс перестреливает великолепно парня под КТ. Ну и что же, выбивание от Шнейдера и Лекро. Снова проблемы по хелсбарам. Для Natus Vincere это какая-то постоянная травма, и при этом Эдвард и Зевс на АВП. Вот этот тандем снайперов какой-то интересный у нас. ХП мало, но зато очень много урона могут нанести эти парни. Ну, они-то уж точно знают, что шведы целые. Почему-то мобы не поставили, видимо. Побоялись выпада с КТ. Кстати, на КТ вообще никого и нет. Вот сейчас Шнейдер перепрыгивает уже на хелпу, будет пытаться отыгрывать через джангл, но нет, смещают. Все думают, что на КТ кто-то будет. И шведы, и Na'Vi. Да, в итоге просто как-то пока что без контакта, учитывая то, что у Лекро есть киты, скорее всего, на выбивание пойдут. Уже кинули смог на Пелос, там, увы, никого нету для шведов. Лекро торопится откровенно, ну, откровенно торопится. Ну, Сист хороший выпад сделал, и на самом деле это были последние надежды на выбивание сейчас для Готса. Ну, Шнейдер секунд 30 просто полз по КТ, пока его тиммейт ворвался, я не знаю, на что он рассчитывал. То есть, окей, ты задымил Пелос, но еще огромное количество точек, из которых могут обеспечить перекрестный огонь Na'Vi. Что в итоге и произошло, бомба детонирует, счет 7-2. Единственный позитивный момент — это сейв АВП для GodSend и, скорее всего, очередной закуп.
Но да, деньги такие, что, в принципе, на фамасах, арморах можно закупаться. Сейчас мы как раз это и увидим. Даже есть два кольта уже. Ну, одно ВП еще 100%. Нави, молодцы, вновь раунд. Казалось бы, 3 в 3, но четкие позиции. Они не стали торопиться, не плентили. Они четко ждали, пауза, друг друга прикрыли. Ну и, конечно, выбор 2 ВП тоже сыграл свою роль. Но в итоге, кстати, реализации тех самых снайперских винтовок от них мы не увидели. Хотя Шнейдер понимает, Шнейдер... Да. Подгорел немного Шнейдер. Да, ну и такое тоже бывает, но тем не менее, минус 53 уже есть. У шведского снайпера Твист, хорошая реализация Фамаса, перестроился на флейме уже, но при этом забрать второго игрока Нави не смог. Очень-очень грамотно он сейчас убил именно выходящего из-под Пэласа игрока Нави, то есть стал бы стреляться изначально с флейме, скорее всего проиграл бы, но сделал вот, вот мельчайший микровыбор, и он заролял. В итоге 4 в 4, все еще неоднозначно в этом раунде, но при этом счет весьма однозначно говорит о том, что пока что первым номером на карте Мираж выступают именно рожденные побеждать. Они уже в шаге от победы на первой половине, но вот Godsend пока что пауза еще не принесла свои плоды. Любопытный факт, что зачастую игроки обороны оставляют под бэплентом кого-то одного и укрепляют ай-центр, а в этом конкретном раунде все зеркально, то есть Пау в соло, его тиммейты что, они ему не помогут даже при всем желании. Это конкретно самое неудачное время для подобной стратегии, потому что именно сюда нацелили свои взгляды ребята из НАТО. Свинсер, Эдвард перестреливает все-таки у Экра. Так, Пау, подкрытие хорошее. Великолепная, великолепная флешка была. Пау в неподводе своих тиммейтов. 20 секунд до конца раунда. Пау, куда смотрел Гвардиан? Одному богу известно, куда они все смотрят. Что за дезинфа? Почему все ждали под Пэласом еще кого-то, непонятно? Да не его, походу, там и ждали. Он просто как-то так переместился, а никто этого не заметил, не прочувствовал. Но это лол. Один Пау развалил кабинеты. При том, что точка была очень простая, читаемая, непонятно. Ну, флешку четкую набросил, стоит отметить. Именно под нее там немного столпились Нави, убили бомб керри. Ну и Пау, просто герой раунда. 11-8, кстати, он бомбардир сейчас у шведов. Неожиданно именно он. Ну вот, в принципе, сейчас вот мы уже хотели приписать первую половину для НАТО Свинцера, но пока что рановат. Пока что шведы еще могут потягаться за нее и даже закончить в идеале для них со счетом 8-7, потому что очень много раундов они отпустили и так. Что же, яму поджали, но тем не менее Шнейдер как-то, видимо, попал по тиммейту. Прострелом сквозь тиммейта с АВП стрелял. Да, в ассисте со шведом делает энтри-килл. А Нави, кстати, один из редких раундов, когда мидл не поджимали Godsend, и Нави именно этим и пользуются. Шнейдер, вот это его позит, тактика выползания на фраг, оно почему-то работает. Вот обычно непонятно не работает. Непонятно почему, да, то есть такое обычно не прощают профессиональные игроки, такой неспешный, вялый выпад. На контроле с АВП просто и на Коблстоуне, и на Мираже. Ну, как-то это работает. Капитан улитка у нас Шнейдер, но Гвардиан играет более агрессивно и от позиции отстреливает уже Твиста. В каких нестандартных точках вообще у нас размены? Где-то вообще в Б-доме, там в глубине, тут этот минус вообще, ну, как-то нестандартно. Это, конечно, здорово, но раундов пока очень мало у Godsend. Да, более того, учитывая то, что у них сейчас, ну, реальные траблы по позициям, по хелсбарам у Шнейдера, абсолютно по всему, они, скорее всего, проиграют и этот раунд, а там опять нет денег. Отличная игра Эдварда, как он остался чекать спину, ну и Пронакс все-таки погибает. Сколько они вообще убивают кого-то? 4 игрока, 3-3, мало фрагов, мало разменов. От Godsend задумки интересные, но их контрят Нави. Выпады в мидл зачастую безрезультативные, выпады ямы, ну, так себе максимум размен один в один или просто сбор инфы. То есть идеи есть, но может где-то не везет. Но скорее Нави слишком готовы к этой нестандартной игре. Причем посмотри, очередные нестандартные действия нам сейчас демонстрирует Godsend. Они делают волевой бай. Да, они пушат мидл, но это, ну, с третьего раунда уже не работает. Уже тут Эдвард, уже Гвардиан. Ребята, хватит пушить мидл. Контрим пуши с третьего раунда. Поезд ушел, ребята. Да, ну вот. Такие действия вообще, решение такой волевухи, она не очень-то и дисциплинирована в такой ситуации. Денег-то не будет вообще. Шнейдер пытается вырулить ситуацию, дает даблкил, а бомба-то почему-то в респауне. Шнейдер, ну вот если бы пошел в респаун, но нет. Ну, конечно, он этого сам не знал. Шнейдер забирает еще и третьего. Ну что, неужели сделать такой невероятный эйс? Это было бы просто неадекватно. Ну что, что мы видим? Сист под Б. Шнейдер, ну,
конечно, конечно, это шоу интуиция. Опять-таки забыли бомбу на респауне Нави, но тем не менее неправильный выбор от шведа. Ну и плюс, конечно же, информация. От Сизда играет на руку рожденным побеждать. Но при этом Зевс очень неспешно перетягивается под бэплент, он ждет какой-то подставы от Шнейдера, ждет, возможно, каких-то пушей, которые, в принципе, Шнейдер мог бы оформить, но нет. Ну, тут банально не угадал. Шнейдер все-таки верит в эту яму, но буквально секунд через пять бомб has been planted. Ну, нужен сейв, то есть это был форс-бай, который не сработал в руках АВП. Да, идти бы на выбивание было откровенной ошибкой. Шнейдер делает три фрага и оставляет АВП на следующий раунд. Но при этом это, вероятнее всего, будет единственный девайс в редутах GoCent. Разве что они будут уже волевуху за волевухой нам показывать, но это абсолютно неправильное решение. Ну вот одна из этих волевух только что была. Ну просто уже так летят GoCent, что могут показать волевуху за волевухой. Пауза совсем не помогла, ее как будто бы и не было на самом-то деле. Вот в этом раунде могут обсудить шведы. То есть, как минимум, перестать пушить мидл. Но в который раз не смогли укрепиться за стрик из раунда. Смогли взять только один шведы, а дальше проиграли. За счет этого снова-таки загоняют себя в экономическую дыру. Видим, что есть даже 1900 у одного из игроков. Пронокс 1950. Ну и, в принципе, мало у кого есть больше двух штук на руках сейчас у GoCent. Да, напоминаем, что это матч за выживание, в принципе, в нижней сетке. Проигравшая пятерка игроков, к сожалению, покидает наш чемпионат. Ну а тот, кто выиграет, продолжит свой путь к титулу чемпиона и сразится с проигравшей командой в паре Virtus.pro и Добрый Гейминг. Это победоносное шествие. Сейчас Нави идет на бэплент. Явный быстрый врыв. Он попал по двум игрокам. Мама, я Колдзера пытался крикнуть, и почти получилось, но при этом вместо этого Эдвард фармит огромнейшее количество минусов, уже делает трипл килл. Ну, как настолько не повезти? Эдвард 2 хп, Флейми 15, Зевс 15, и ни одного фрага в исполнении GoCent, при этом втроем сидели на Б. И мы с АВП. Не первый раз это видим. Мы уже видели подобные ситуации, когда большинство рожденных побеждать были рейлины. У них было очень мало хп, и по сути их можно было бы перестрелять. Но всегда есть какое-то но. Да, просели GoCent, если даже на старте карты Мираж мы отмечали раунды 3 в 3. Супер напряжение, супер такие рискованные, но любопытные выводы. То сейчас нет, Нави доминируют на голову. Да, бомба детонирует. Это 10 уже для НАТО Свинсера, но Эдвард сейвил АВП, в итоге бомба его убила. Ну да ладно, хп действительно было мало, денег у Нави много, ну и 14 раунд из 15, и тут это АВП, в принципе, не нужно было. А вот Флейми пишет, ты попал по трем. Дядя, ты дал дэмэдж, но никого не убил. Обидно, почти как Колдзера, но все-таки нет. Да, был бы, конечно, доволен собой Шнейдер, сделав бы три фрага. К сожалению, для шведских фанатов не везет. Вот. Что такое не везет и как с этим бороться? Тут, конечно, уже АВП нет. Не получится. У Шнейдера так кидали. Великолепный молотов под коннектор. Шорт закинули флешкой. Эдвард сам себя убил. Сжег, что ли? Ну, в общем, так или иначе, Эдвард нас удивляет последние пару раундов. По-моему, он уже просто немножко успокоится, фанится. Но, кстати, Фэйми твиста перестреливает и тем самым сравнивает ситуацию 3 в 3. Пау. Ну что же, даже по комментариям в чате можно понять, что атмосфера в команде Na'Vi очень приподнятая, очень веселая, когда уже такие сообщения. В принципе, рожденные побеждать уверены, что это будет 2-0. Смогут ли побороться GoCent, увидим, наверное, уже начиная с этого раунда. Хотя бы 10-5, и какая-то мифическая надежда сохранилась бы. Ну причем это единственная, наверное, надежда, если будет все-таки хотя бы 10-5, Guardian! Ну вот не заметил увидели Флейми. Но он очень вовремя смещается. Очень здорово действует сейчас Флейми. Ну и может еще растащить эту ситуацию. Так, бомба да не стоит все это время, но Лекро взял инициативу на себя. Флейми, кстати, должен был оформлять эйс, если бы спас раунд. 10-4. Вот и сгорел Эдвард. Вот и сгорел сейчас. Ну, кстати, вот Пронокс. Ну что ж такое? 3-11, да, это еще хуже, чем на карте Д Коблстоун. При этом были шансы убивать, даже на Мираже мы отмечали, что великолепная позиция, хороший тайминг, но у Гвардиана на одно хп. В медле тоже такое случается. Так, Флейми. Ну ладно, очередной раунд, смотрим, Флейми ждет какого-то поджима, никого там не встретил. Ну и в принципе, Нави приспособились к этим агрессивным действиям от Defense, они ждут, но пока что на них никто как раз в этом раунде-то и не идет.
Да, закуп, конечно, неоднородный у GodSend. Два пистолета, три тяжелых девайса, но, тем не менее, расположили они их довольно грамотно. Твист диглом под окном, пауф на контакте с 5-7. То есть, в принципе, это может сработать. Теоретически. Интересно, что Na'Vi в ответ у них байв 2 АВП, сист берет снайперский девайс, не дождался второй половины. Да, они уже на смене играют. Любопытно, что Пауф снова вообще в одно дуло работает под базой А. Но это уже срабатывало, возможно, сработает и сейчас. Зевс не подозревает. Тот коварный момент какой. Зевс спалился, Пауф должен как-то действовать. Ну и что, перестреливает все. Еле-еле Пауф дает этот минус. Твист. Там хорошая флешка под ним, можно было бы отыграть, но почему-то Пауф прощает своего оппонента. Молотов за спину Флейми. Великолепное чувство игры, как мы видим, у игрока Na'Vi. Задавил Пауфа, который уже развернулся. Думал, все, огонь сделает за меня. Так, Сист пытается вскрыть Бапент, но он еще не понимает фактора того, что вскрывать толком и некого, кроме игрока на шуте. Увидел, попал даже, судя по всему. Нет, это был Шнейдер, а у него 100 хп, а вот Флейми попал. Занимает буквально соло, как мы видим, аплен Флейми. Правда, на троне есть голова Пронокса. По ходу дела попали сейчас GodSend, потому что их идет отбивать Флейми, хотя Шнейдер все-таки смог угомонить этого парня, и внезапно ситуация переворачивается, потому что сидит в соло 7 секунд, и внезапно 10-5. Да, действительно, там уже и времени не было, и позиция, откровенно скажем, ужасная у Сизда. 10-5, не все потеряно. А бомба разве не под Б была все время? Не знаю, я просто на этих фрагах сконцентрировался. Заметил. Напишите в чате, пацаны, где была бомба, могло ли это просто как-то если помочь так, то это такой лоу момент, потому что под Б уже не было никого. Ну, как говорится, не все видно из игры. Мы-то с вами с мини-карты, с X-Ray'ем, с полной инфой, а вот команды практически ничего не понимают, могут только лишь догадываться, слушать инфу друг друга и пытаться прочитать действия оппонентов. Ну вот ключевая пистолетка, которая, возможно, позволит шведам вернуться все-таки. Народ пишет, что бомба... Ага, тут мнение разделилось, все. На Б! Сначала писали на Б, потом... Кто комментит, какой счет, что за команды? Что за песня играет, ребята? Да, дефолтный чат на Twitch TV. Но да ладно, тут у нас намечается фаст-врыв от команды GodSend на второй пистолетке. При этом Натус Винсера решают действовать от контакта. Пятеро на арморов, а вот GodSend наоборот. Весьма мало игроков у них сейчас пытаются обороняться с бронежилетами. Смотри, сколько инфы собрали Na'Vi на этом тайминге, пока GodSend тусовались в яме. Они поджали мидл, поджали бэдом. Как бы шведы думают, что они короли, что сейчас раскидка. Но инфа-то уже есть. Стрельба должна зарешать. Флейми есть первый минус, дальше расстреливает еще своих оппонентов. Но это быстро как-то. Да, флейминатор и компания, можно назвать этот раунд. Дабл килл Guardian Flame. Зевс сделал еще один минус. Ну, действительно, слишком долго халдили GodSend. Слишком много было уже инфы у Na'Vi. А вот и первые полноценные серьезные проблемы для GodSend в этом противостоянии. Эта пистолетка только что поставила под угрозу их дальнейшее участие на нашем турнире. Все-таки не получилось затащить. Более того, не поставили бомбу, не сделали хоть какие-то минусы. Ну и вот теперь-то это уже может быть и 13-5. Guardian хороший контакт в центре карты, оставляет Шнейдера, все, оставил 7 хп, добил в итоге в одно дуло. При этом мы видим поджим Зевса тоже зашел идеально. Ну тут уже чувствуется мораль, чувствуется, что все, Na'Vi до конца поняли, что они сильнее. Если на Cobblestone жесткие были качели, интриги, ситуации 2 в 2, тут зачастую уже 4 в 2 остаются Na'Vi. Да, и снова-таки Natus Vincere вряд ли уже позволят установить плент, что в данной ситуации является очень важным моментом. Про взятие такого форса уже вообще говорить как-то страшно. Да, будет еще пару девайсных, конечно, для GodSend, но только чудо спасет шведов. Опять-таки пауза не помогла. Сейчас по ходу игры нужно вносить уже корректировки в атаку. Пауф тоже не перестреливает Гвардиана в итоге, хотя вроде были на то шансы. Это изи 12-й, ну и сейчас экономически ждет шведскую пятерку. Guardian 20-9, дорогие друзья, напоминаем, на старте карты Mirage именно этот словак вытащил важнейший клатч. Возможно, это сыграло роль в плане морали, то есть когда все умерли, а вот словак вытащил 1 в 3. В принципе, это вселяет веру в команду, и вот после этого раунда, наверное, и началась тотальная доминация рожденных побеждать. Тут что-то интересное, у нас намечается планомерный раунд под мидл, который начинается с очередного энтрикова для Na'Vi. Эдвард Зевс, вот это раз... Четкой.
итоге все-таки 13-5. Натус Винцеры по факту, ну вот один девайсный раунд сейчас отделяет от драгоценных матч-поинтов для Na'Vi. И как-то камбэк, ну, пропадает с повестки дня все больше и больше. Да, на своем пике Na'Vi, конечно же, выглядят супер уверенно. Ну, Агуацен попытаются повторить пистолетку, только немного модифицировав тайминг и, как мы видим, отправив твиста, ну, не сказать на верную гибель, но все-таки рисковать по центр карты, где, кстати, нет Словака. Где же Гвардиан? Вот он. Ну, пока пошла дефолтная раскидка, которая, кстати, не позволит отыграть Словаку в полной мере. Нет, нельзя такую раскидку назвать дефолтной. Все-таки отрезали просто четко коннектор и джангл. Но при этом есть еще флейми. Твист под шартом. Слышит справа игрока. В прыжке был Эдвард, но каким-то чудом расконтролила им игрок Na'Vi. Интересный момент сейчас. Начекает ли флейми. Он видит своего оппонента, перестреливает Пронокса. Дальше пытается жить максимально долго, но со Шнейдером справиться не смог. В большинстве, как мы видим, Godsend. Вот такая раскидка. Тайминги хорошие. Несмотря на игрока в шарте, который погиб. Плен пока что не стоит. Сист почему-то свопает девайс на АВП. И идет с ним куда-то. Да, в итоге как-то просто заканчивается этот раунд для шведов. Шестой они все-таки забирают. Первый девайсный уже какую-то надежду на борьбу в этом матче нам дарит. Проигранный раунд позволяет Na'Vi вернуться к своему плану на игру. Купить как минимум 2 АВП, конечно. Про Скар речи не идет. Да и в принципе про какой-то супер жесткий девайс не идет речь. Потому что Зевс остается с Макс 7. И скорее пойдет, наверное, куда-то под Яму, под Пелес. В общем, сокращать дистанцию, как только это возможно. Да, будет играть, судя по всему, вот где-то в районе Ямы. Или уйдет снова-таки под Пелос. Действительно, как ты и сказал. От Гвардиана многое зависит, и он свой шанс не упускает. Это машина убийств. Ты заметил, как четко он перевел? Просто все летит у Ковача. Сегодня парень возвращается. Большой Counter-Strike. Недавно Торин писал о том, что Fallen топ-1 снайпер мира. Ну и, по-моему, Гвардиан пытается активно доказать, что это не так. Да уж, получится или нет, узнаем, наверное, уже на протяжении следующих нескольких турниров. Действительно, конкретно на карте Мираж Гвардиан не оставляет шансов команде Godsend. Флейми, великолепный размен, Пау, ну, не дожал, ну, как везет Na'Vi, прям все складывается хорошо. Одно хп, Эдвард. Причем, посмотри, там еще кого-то успели накасать сквозь коннектор, все-таки взрывают Ковача. Твист. Это был, наверное, выход. Я уже думал, не убьют. Нет, все-таки есть минус. Ситуация выравнивается. 3 в 3 на таймере 40 секунд. Забыли про бомбу. Godsend. Но это ничего страшного. Флейми топнул. За счет этого спровоцировал внимание шведов. Лишился почти всего здоровья. Очень неаккуратно он действовал в той ситуации. Вот боятся теперь уже за этот план. Положили его не весь где и забирают его очень долго. При этом 30 секунд времени, права на ошибку уже не будет и могут сейчас попасть на Зевса, если не побегут под Б. Но, судя по всему, делают именно это. А там на приеме Денис Костин. Да, тут, во-первых, АВП на Б, во-вторых, Зевс-то все это время будет обходить. А Флейми тоже хелпует. Ну, давайте смотреть. Сист пропустил плента. Ох, но сквозь дым попал. Сист! Ну, сейчас еще чуть снайпера не минсанул, но все-таки дает установить пакет. Флейми. Флейми торопится, как бы сейчас не ошибиться. 9% хп, но нет, нормально. Зевс успевает, правда, тоже не додавил. Все красные. Все красные, но при этом сейчас этот раунд-то и может уйти за шведами. Твист. Как в Mortal Kombat просто убрали Зевса. Апперкот у нас был на экранах. Ну и неужели будет все-таки камбэк? Денег-то у Na'Vi нет на еще один закуп. Ну, пока что все на грани фола находится для шведской пятерки. Очень близки постоянно Na'Vi к взятию раунда, но при этом что-то спасает шведов. Еще бы Пронокс начал стрелять, и вообще бы и трейн не за горами. Да, дела бы пошли на поправку. Что мы видим? АВП, 4 калаша, полный раскид. В исполнении Godsend, у Na'Vi закуп до 2000. Пистолеты, но без арморов. Задумка со связочкой 4 игроков в районе базы А. Причем, ну, судя по всему, пока что именно на них собираются пойти шведы. Только Пронокс находится в медле, будет пытаться сплитовать через коннектор, судя по всему, но основное звено будет действовать через Яму и Пелос. При этом постепенно эту же точку проходят сейчас игроки Na'Vi. Ждут, да, этого поджима Godsend. Слишком очевидно сыграли Na'Vi с этой аркадой Ямы на экономическом флейме. Ну вот. На такой дистанции ЦЗшка может зарешать, причем любопытно идут шведы дальше, хотя бы уже поняли, что под А возможно укрепление. Вероятнее всего, они уже будут ждать подобных позиций, позиции упора и просто открываться очень аккуратно. Эдвард спалился, Зевс погибает. Да, Эдвард натопал, Флейми все-таки не справляется с ЦЗшкой, Сис дает одинокий размен, но это все-таки был фраг в центре карты, ну и пора бы уже этот калаш уносить.
Да, тут о ретейке, о кваче не может быть и речи, потому что шансов особо и нет. Гвардиан пишет паузу, неужели тактическая? Естественно, потому что нужно как бы немножечко темп игры сбить, камбэк не за горами. Мы уже помним счет 14-7 против поляков, тут 13-7, поэтому пауза, ну, неудивительно. Но очень правильное решение в данной ситуации. Сбавили темп, обсудили какие-то действия на следующий раунд. При этом он будет девайсным у Natus Vincere. Поэтому как раз все самое интересное мы увидим именно там. Открыл пока что ВКонтакте. Напоминаю, что можете подписаться на наш Instagram KSSLTV. Там просто все смотрят катки, сидя на полу. Я вижу менеджер Na'Vi. Там, наверное, просто сейчас топит изо всех сил. Вижу, Worst Players тоже остались досматривать. Ну и, в принципе, не разочаровывает нас Мираж. Я уже думал, все, Na'Vi тут без шансов заберут. Ну, благо нет, так оно не происходит. Пока что пауза, которую, напоминаем, мы взяли Na'Vi, как вы можете успешно видеть по нашей прекрасной плашечке. Но Эдвард троллирует пока что шведов, намекая на Пронекса. Да, действительно, пока у Пронекса все плохо. Счет 13-8. Деньги, ну, вроде бы есть, но стоит ли делать закуп без АВП? Скорее всего, стоит, безусловно. 4-700. Сист. Ну вот, да, на тоненьком, все у нас вновь может закончиться. Что же, не так-то и много раундов отделяет команды друг от друга, потому что экономика в дефе очень тяжелая штука. То есть раунд за два по факту для Na'Vi, если они будут делать закуп, а закуп они делать будут. Что же касается Godsend, тайм-аут может позволить им перестроить свою модель атаки, но как это сделать эффективно, непонятно. Скорее всего, от шведов мы увидим холд. То есть буду ждать контрагрессии от Na'Vi. Но этого, по идее, быть не должно. Или должна быть вот прям супер какая-то задумка от рожденных побеждать, чтобы этот холд перевернуть. Непонятно, как сейчас решат действовать команды. Но да, скорее всего, от шведов мы ничего агрессивного и быстрого не увидим. Уж очень редко они это делают. Хотя, как раз, возможно, это взбудоражило бы Na'Vi. И они не были к такому готовы. Но пока что они не спешат отжимать паузу. Значит, очень плотно обсуждают. Есть что обсудить, потому что действительно это уже нижняя сетка, то есть еще одного шанса у команд не будет. Тем более Na'Vi забрали все-таки Cobblestone, ну и вроде бы три раунда до победы, но и с поляками было то же самое. Пауза наконец-то снимается, мы готовы продолжать наслаждаться этой каточкой. Пожелаем командам удачи, Na'Vi делают вот такой бай все-таки до 2000, не стали покупать. А вот это, ну, максимально дисциплинированное решение. Они, по-моему, решили сделать снова-таки свой победоносный бай из двух АВП и Скара, если уже решают настолько жестко экономить. Но будут пользоваться преимуществом по раундам, пока еще это можно делать, все-таки 5 раундов довольно много. Эдвард, хорошая позиция. Мастер паркура. Забирает первого, может еще и снайпера прихватить. Тушит Эдвард. 20 патронов очень быстро закончились, но находится калаш под ногами. Флешка зашла. Эдвард пошел резать, но слишком далеко что-то пропрыгнул. Ой-ой-ой, Твист даже разрулить умудрился эту сложность. Я думал, зарежет прямо сейчас на кураже, но куда-то аж за второй столб занесло Эдварда. Да, все-таки в блайнде не смог сориентироваться, хотя момент был безусловно интересный. Задумка четкая, вот прям красиво все получилось. Смотри-ка, что творит этот словак. Забрал Твиста, а вместе с Твистом и АВП. Так, ну теперь можно особо никуда-то и не бежать, но при этом ждет ли Пронокса, который сейчас будет открываться через головы, скорее всего, нет. Спорная позиция у Пронокса, хотя не найдут его. Да, Сизд не находит, Гардиан понимает, что это Б. Пронокс, вертушка смерти, вот тебе и капитан, вот тебе и потроллили Пронокса. В итоге он потроллил абсолютно всех ребят из Na'Vi, выбил АВП, ну и вот он, наконец-то, тот самый раунд. Ну и, честно говоря, жду 2 АВП и Скар, честно. Но при этом нет. Скар слишком дорогое удовольствие и не совсем, наверное, по игре сейчас. А вот тот самый раунд, который работал, Стис, АВП под Б. Ну, вот к этому вроде бы Godsend должны быть готовы, потому что Na'Vi так играют зачастую. При этом сразу занимают недвузначные точки для быстрого врыва на базу Б. Сейчас многое будет зависеть именно от Дениса Костина. При этом хелпующий игрок у него находится весьма-весьма далеко. Ну, сейчас или привет Оскару из команды HellRaisers, или будут демки-мувики. Будем смотреть, что же сейчас произойдет именно под Б-пунктом. Сист, ключевой игрок, промахивается в этой ситуации, палит АВП, ну и пошла, надо отходить назад. Пошла стяжечка. Эдвард помогает, накинул вроде бы что-то своему тиммейту. Да, это был Молотов. Вот Эдвард красавчик, помог. Вот Молотов. Остановили.
Все, атака захлебнулась. Но Молотов прилетает на Сизда, тем самым его спугивают с точки. Он отходит немного назад, а вот у Экра продвигается все дальше. Силушку какую-то почувствовал Лекро. Все его тиммейты убежали. Он прям на наглости давит. Мы видим дальше эту позицию. Эдвард, он может вообще стать ключевым на самом деле. У него такая позиция и центр, и на Б хелпануть. Вот если лифты не начекают, то будет пытаться все-таки сплитовать бэплент. Это будет, ну, невероятно неждан данной ситуации. Пронокс спалился. А вот и Эдвард. Правда, Шнейдер плюс Пауф отвечают очень хорошими разменами. Что творят шведы? И последний сист. И вот есть по нему инфа. Ну, погибают абсолютно все игроки Na'Vi. Это 10-й для GodSent и отсутствие экономики для NATO Свинцера в очередной раз. Вот. Хорошо, хорошо играли, хорошие позиции, неплохой поджим. Эдвард вышел. Вроде все было хорошо, но недолго. Инфа была, он сам с ним стрелялся. Подумал, наверное, что в китчен сместился сист. Да, наверное, так увидел еще одного. Но тут уже борьба за спасение снайперского девайса. Для Сизда он будет пытаться это сделать. Скорее для Гвардиана в следующем раунде даже. Ну, опять-таки, от колонны далеко не отпускают. Мы видим последнего игрока Na'Vi. 13-10, сколько там? 5 подряд уже вытащили. Шведы. Что-то пауза-то пока что не помогает NATO Свинцеры. Пока не удалось бить темп, не удалось. Да, и снова-таки делают дисциплинированный бай с расчетом уже на полноценную закупку в следующем раунде. Все еще есть разрыв. Ой-ой-ой. Ну, вот этого разрыва вообще не осталось. Печальный опыт на игры с бывшими CSGL, конечно, удручает. Но я думаю, все получится, все должно получиться. Ну, будем смотреть. Будем действительно смотреть. Пока что очередной трикил за шведами. Эдвард. На классической уже для себя точке. Флейми тут же мы видим в полупозиции хелпы. Ждали, кстати, врыва под Б, судя по действиям. Флейми на карте, в принципе, по его перемещениям. Ну, тут сист. ЦЗшка. Кстати, вот эта точка очень хорошая. Да, но никого не встретил. На него никто уже и не пойдет. Скорее всего, находит Эдварда в лифтах. Сист говорит, разгорание идет к Магомеду. Магомед пойдет к фрагам. Ну, и убегает. Смотри, золотые пятки просто. Лекро говорит, ладно, ты там с СЗ-шкой мощный, я пошел. На Терри спаун. Очень интересно, момент сейчас происходит, потому что Сист в теории может поймать свой тайминг. Лекро, он точно сейчас выше. Просто СЗ-шка, но это такой девайс на один фраг. А помнишь, вот Сист, СЗ-шка и спины на дальней дистанции. Мы это уже видели с вами. Вот как убивать? Вот все спины, как убивать? Дать инфу. Инфа хорошо. Инфа хорошо, а килы еще лучше. Ну и вот, доходит наконец-то до возможности. Подобрал калаша, это уже хороший шанс. Почему-то мисс коммуникейшн пошел у шведов. Отпускает только что он Пауфа и отдается все-таки Шнейдеру. Какой опасный момент. Чудом спасся бомбкерри. Ой-ой-ой-ой-ой, момент был действительно очень близкий, но все-таки разрулили GodSent, поставили бомбу. Ну, Сист играл красиво, вот, не паниковал, хладнокровно подошел, сократил дистанцию, минус, калаш, второй минус. Ну, каким-то чудом не забрал просто в дым своего оппонента. Ну, реально повезло шведу. Все, давай, включай Гвардиана, и как бы пора снова тащить. Что-то без этого парня Na'Vi-то не так-то и сильны. Действительно, да, возможно, сейчас будет энтрикил от снайпера команды Na'Vi, но смог. Они понимают, против кого они играют. И лезть вот так вот просто на Гвардиана было бы глупо. Кстати, такие медленные выходы, это не самые лучшие были раунды от GodSent. Они просто зачастую готовы. Хотя энтрикил находит сам себя. Именно Словака стрелил Пауф. Я не слышал АВП. Снова вырубили Ковача. Он просто открылся и погиб. Непонятно, как так может вообще происходить. Эдвард с лифтов не слазит, в принципе, на протяжении уже всей этой карты. Но тут никто не палился. Он, правда, может выйти как-то почекать Пронокса, но это пальцем в небо. Была бы аркада. Кстати, сместился. Ну, как-то надо уже мидл закрывать, и желательно это делать с АВП. Ну, вообще, тут смены позиций какие-то, да, очень они жесткие. Пытаются угадать. И могут это сделать на самом-то деле. Дым сейчас. Зевс натопал, как носорог. Сейчас в коннекторе Пронок все это слышит. А бомба-то уходит под респаун. Пойду сплит-пушить А. Ну, все. Эдвард с флешечкой. Но это, ну, это не пригодится. Да, Зевса уже казнили очень просто. Его слышали там слишком давно. Ну, вот здесь уже Сизд не промахивается. Легкая мишень. Все, на А снайпер. Он же должен быть в окне. Что придумали GodSent? Ну, неужели все-таки пойдут до последнего? Нет, бомба перетягивается под Б. Все правильно делают. Ну, лол. Неужели не ждал? Как это? Ну, как так-то? Na'Vi... Сыпятся сейчас и, по сути, отдают временную ничью. Дополнительную паузу, пожалуйста, в правила внесите, потому что тут камбэк действительно жесткий. Господин судья, можно дополнительную минуту? Пнуть ногой компьютер, по-моему, самое время сказать проблемы со звуком, с тим-спиком. Случайно провод перегрызть.
Красивая игра GodSend. Я не знаю, вот у них вообще ничего не получалось на старте, а потом как-то пошло-пошло. Флейми пытается засейвить девайс, твист. Он прямо, знаешь, как пули из блокбастера, где патроны за угол залетали. Что-то похожее только что было. Фильм особо опасен, да, сейчас, да, от этого парня, но на самом деле шутки шутками, а временно ничего не загорается. Действительно, у Na'Vi Эдвард, кстати, берет маг. Ну, можно, да, даже так закупиться можно. Все остальные, правда, более такие дефолтные приобретают девайсы. Куда пойдет у нас? Ну, проиграли чудовищный стрик. Сейчас бы с магом мидл прочекать. Я сделаю энтрикил на дробовике на дальней дистанции. Вот он его купил и не знает, куда теперь с ним идти. Здорово. Такой, я на хилпе, я хорош на хилпе. Нет, нормально, в любом случае тут особо-то шансов не было у Na'Vi на этот раунд. Они это понимают, попытка была гибкой позиции. То есть вдруг кто-то проперся, дал инфу, и тут Эдвард с маг седьмым. Но нет. GodSend уже почувствовали кровь, они почувствовали, что могут обыгрывать Na'Vi. И действительно так оно и есть. Возможно, вот зря мы шутили про трейн, возможно, до него еще и дойдет дело. Пока что очень классный комбэк. Да, и про поляков 14-7 мы, видимо, зря шутили. Комбэк вполне-вполне такой зрелищный. Вист ничего не боится, он борется до последнего, освобождается на пистолет, ну и за это платится жизнью. Между прочим, Guardian все-таки его настреливает. Ну вот, вроде бы и хотелось бы выбить, но все-таки более правильное решение — это сейв девайсов, тем более, ну, АВП тут уже сам Бог велел уносить. Guardian этим и занимается, Эдвард с Макс седьмым все еще не теряет надежду кого-то убить. Ща реализую, ребята, ща все будет, говорит нам Эдвард, но пока что как-то на него никто и не спешит-то лезть. Да, АВП засейвили, то есть все хорошо. Для Na'Vi 13-13, опять-таки, счет еще приятный. По-прежнему 3 до победы, по-прежнему еще можно душить шведов, у которых, ну, слишком много денег. 16, ровно 16 упал. Там, наверное, до конца будет закуп. Скорее всего, да, уже тут осталось-то всего сколько основного периода времени? 6 раундов буквально, 3 раунда, 4. Что-то у меня совсем математика. Чудо-математик, чудо-математик. Я в начале стрима говорил, что я гуманитарий, друзья, и сейчас наглядно вам это подтверждаю. Ну, давайте смотреть. Вот тон раунд под номером 27, который, наверное, никто уже не рассчитывал на самом-то деле увидеть, но это GodSend. Это команда, которая может, ну, каждые 5 минут играть по-новому. Вот вчера 16-1, сегодня 2 суперпотные карты против Na'Vi обыграли уже в первом было 3 Worst Players. Будет очень смешно, если еще в итоге шведы сделают Na'Vi на трейне. Будет это очень смешно на стадионе, пацанам. Тогда уму непостижимо вообще, как это может быть так. Не будем о грустном, Гомер. Не сгоняй тучи. 13-13, все хорошо. Есть АВП у Словака и Эдвард с волшебным максимумом. Кстати, вот в шарте он логично смотрится. Долго думал, куда идти, в итоге ушел на дефолтную для себя позицию, да. Что, будет ли подсадка, да. А тут и возможность реализовать дробовичок. А тут тайминг как бы против. Эдвард пропускает сейчас свои возможности. Так, твист. Не совсем стандартная позиция для ВП. Прошив смоук. Видимо, какая-то инфа была у Na'Vi. Бомба. Непонятно, чем занимается на самом деле в этом. Пронокс. Я постою, вы вытащите мне катку. Я проверю поджим. Поджима пока что для Пронокса нет. Правда, тем же занимается и Шнейдер. Вот такой жесткий вот стрелок. Вот этот козырный туз. Эдвард начекал. Или не увидел? Не увидел. Вот запустили червячка-то в тыл врага. Вот непонятный момент. Такая патовая ситуация сейчас, что для Эдварда, что для Пауфа. Ага, только Пауф-то без инфы тут сидел все это время. И при этом сделал 2 минуса, каким-то чудом, ну, вот расправился с харьковчанами. Флейми на дефолте, Гвардиан на дефолте. Ну флешка зарешала, минус бомб керри Флейми. Надо делать трипл. Ну двоих убили. Гвардиан убрал двоих, и сейчас нужен трипл кил уже от Сизда. 10 секунд, бомба ставится, но как четко действует швед. Не уйдет, по-моему, из этого угла он уже. Да, буквально огонь по Денису Костину. Ну и что, стрельба первого забрал. Остался 1 в 2. Примерно понимает, где второй. Попытка сейва, наверное, какая-то была. Что тут? Да, АВП, ну слишком глубоко выпало АВП. Как там должно было повести, чтобы он его пикнул и ушел, я не знаю. Ну просто Гвардиан, скорее всего, сказал, что он умер на Делпане. Оп, вот он. Вот он, раунд, которого я ждал. Раунд победы сейчас от Натус Винцера. И, по сути, последняя возможность. Ну, вообще, хотя бы до допов довести. Плетка победы, именно она сейчас должна перевернуть игру. Вспоминали, кстати, на прошлой аналитике, что этот девайс был ключевым. Возможно, так оно и есть. Вот ты, Гвардиан. Пока ключевой Гвардиан делает уже энтри-килл. Эдвард также прожимает мидл. Возможно, соберется информацию, что больше никого в мидле нету. Это очень сильно развяжет руки Na'Vi.
Ну и снова-таки Сиист. Он увидел. Дал инфу. Хелпа очень далеко. Сиист, по-моему, вот опять не уходит. Не мобильные позиции. И Б пустое. Флейми. Но, а вот теперь-то и проблема, потому что плетки пострелять особо могут и не дать. Гвардиан продолжает реализовывать трипл. Как он их тут нашел-то, непонятно. Гвардиан! Вот это интуиция. Джедай, магистр, Гвардиан делает квадрокил. Как вытащить карту, когда не идет? Рассчитай Словаку на АВП. Сказай, Ковач, ну вытащи. Проснись, я хочу на финал. Хороший момент, действительно. Вроде бы девайс это ну, не для выбивания. Это плетка, 2 АВП, что, куда. Но все получилось. Даже не обязательно стрелять из кара. Нужно, чтобы он просто был в закупе. Чтобы он был, это уже аура победы какая-то для Натус Винсера. У нас есть план, и мы его придерживаемся. Кстати, а вот сейчас от Зевса зависит очень-очень много, и готовится раунд непосредственно под него. Ну там, знаешь, один дым, да. И все, и плетка. А, кстати, сквозь дым можно порошить очень сочно. Да, как раз-то с каром это не самая страшная проблема, это же не АВП, поэтому может и удивят. Вот Гоцент зажали, все, они понимают, что раунд супер важный. Конечно, деньги у них будут на закуп, но опять-таки битва за мап-поинт. Или за матч-поинт, если выиграют Нави. Но вот буквально в шаге были уже от победы, и тут внезапно Словак включается, начинает всех уничтожать. Так. Простреливай. Ну, Зевс увидел, бросает гранатку, но при этом сам запалил свой скарф. Ну и теперь на него вряд ли кто-то будет сильно лезть. Да, поздние прострелы, Флейми просто заркадили. Самоуверенные сейчас шведы. И это работает, это приносит свои плоды. Но Гвардиан пытается отыгрывать, делает уже 2 минуса. Вот это работает. Даблкилл Словака в виде третьего. Вот, ух, промахивается, думал, неудачно. Но все равно мы видим, пошла серия разменов. Ситуация 2 в 2. Не ваншот, по-моему, был. Да, твист битый. Бомбу все-таки поставят сейчас шведы. Ну и попытка ретейка при ситуации 2 в 2. Сиист, отличное открытие. Ну и теперь вся надежда для Гоцент только на твиста, который битый и погибает моментально. Гвардиан. Вот. Гвардиан снова просто плеймейкер. Три фрага, свич девайса, калаш, все четко, 15-14. О, как? Аура допов сработает, как ты думаешь, или нет? Ох, даже не знаю, Федор. Смотри, когда ты-то все равно... Скар. Скар именно есть. Именно он наличие. Помогает. Скар есть, значит, можно уничтожать. Есть и победа. Дроп, кстати, на последние деньги. Как-то так получилось, что вот именно до 30 раундов... Идеальненько. Что там? Нет, но не у всех, не у всех идеальненько. Шнейдер... Тупо глок. Нет. Дядь, там калаш в респе, окей. Ну да, ранний тайминг вроде пропустили, но вот неужели Гоцент просто сделают мясом, вывалится на решающий раунд? А как стягиваются Нави? Грамотно Сиист! Похоронил, по-моему, шансы сейчас шведов. Английские кастеры называют это то, как оно есть, но просто я такое в прямом эфире не имею права говорить. Ну а сейчас Гоцент сами себя отправили домой. Как пришли, так и ушли. Просто паблик стайл. Красавчик Сиист, великолепный спрей, отличная стрельба. Вот стоял столько раундов с АВП, стоило взять калаш, зажим, квадрокилл. Сейчас бы в 30-м раунде Б зарашить, ребята, такое, ну... Да, причем не очень-то получился раж, Нави очень грамотно сразу перестроились за плент, вдвоем зажали. Ну и, конечно же, Скар Зевса, который не стрелял, но помогал. Но помогал морально ребятам из Натус Винсера. Поздравляем их, они выходят в финал нижней сетки и будут бороться, ну, я уверен, на 100% с польской пятеркой. Да, одни поляки по-любому уже будут в суперфинале, вторые упадут в нижнюю сетку. Продолжит борьбу уже против команды Нави. Ну а кто это будет конкретно, узнаем уже сегодня вечером. Не знаю, закончилась там Лига Легенд или нет, но как только лол завершится, у нас будет польское дерби на главной сцене НСК Олимпийский. Ну а мы, наверное, будем потихоньку прощаться с Гомером. Друзья, да, спасибо, что нас смотрели. Я думаю, никто не остался разочарованным от этого интересного матча. Спасибо за просмотр, оставайтесь с нами. Переключайтесь на канал StarWader 5, там сейчас идет аналитика Лола, как я вижу. Ну, возможно, они уже скоро закончат, и мы снова вернемся к Counter-Strike. Да, спасибо, что были с нами. Нажимайте кнопку follow под этим каналом. Не забывайте, что в нашем паблике КС SLTV огромное количество розыгрышей. Спасибо спонсорам, спасибо зрителям. Ну и до новых встреч!